Девушка, а где вы получили эти бюллетени? А зачем? Извините, в видео посмотрите, вот у меня что было. А зачем вы девушку сфотографировали? Ну как, почему? Потому что видеосъемка можно проводить на выборах. Это что? Это вот ее бюллетень, который она пыталась опустить в урну. Будьте добры, давайте составим протокол. Сейчас я попробую. Кто сделал? Вы сделали? Да. Подождите сейчас. Да, и понятно, за какую партию. Девушка, как вам не стыдно вообще? Совесть-то как позволяет вообще? Нормально все? Спится? Снимать? Да, я снимаю. Откуда у вас бюллетени столько? Вам кто-то здесь из членов комиссии дал? Нет. Это откуда? Вы знаете, что это вообще уголовное? Нет, не в курсе, вам никто не объяснил? Хорошо бы читать законы.